Здравствуйте, меня зовут Дарья Александровна Кусевич, я врач-ревматолог, и сегодня мы поговорим с моим коллегой Алексеем Дмитриевичем Мешковым, тоже ревматологом, кандидатом медицинских наук, по поводу коронавирусной инфекции у ревматологических пациентов. На данный момент есть три крупных рекомендации для ревматологических пациентов в условиях коронавирусной инфекции. Это проект Ассоциации ревматологов России, это проект также временных рекомендаций Института качества Великобритании и Американской коллегии ревматологов. Все эти рекомендации призваны решить вопрос для ревматологического пациента и ревматологов, что делать, если нет симптомов, но мы знаем о тяжелой эпид-обстановке, если нет симптомов, но был контакт с пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией, если есть симптомы, подозрительные на коронавирусную инфекцию нашего пациента, и если подтверждена коронавирусная инфекция. Если нет симптомов, мы можем оценить риски. И для этого Ассоциация ревматологов России создана стратификация бальная, по которой, если пациент набирает больше 3 баллов, то это очень высокий риск инфицирования и тяжелого течения коронавирусной инфекции. Если 2 балла, это высокий риск, 1 балл – умеренный и 0 – низкий риск. Соответственно, самым высоким риском является прием глюкокортикоидов больше 20 мг в сутки в течение более 4 недель у пациента. Если пациент получил, неважно в какой форме, таблетированный или внутривенный циклофосфамид за последние 6 месяцев, если пациент получает один препарат базисный в сочетании с генноинженерным биологическим препаратом, либо 2 базисных препарата, и при этом активность высокая, и если есть сопутствующая патология, все это мы должны оценивать более внимательно, чтобы понимать, какие риски у наших пациентов не только для инфицирования, но и, как я уже сказала, для тяжелого течения коронавирусной инфекции, если происходит уже заражение. Похожая стратификация рисков есть у британского общества ревматологов, где в целом прием иммуносупрессивной терапии разделен на 3 части. Это пациенты, которые получают иммуносупрессивную терапию и требуют изоляции или тщательного контроля. Это пациенты, которые могут самоизолироваться и соблюдать социальное дистанцирование. И пациенты, которые могут ограничиться социальным дистанцированием. Самыми защищенными должны быть пациенты, которые получают глюкокортикоиды более 20 мг в сутки в пересчете на преднизолон, либо более 0,5 мг на килограмм веса длительностью более 4 недель. Это пациенты, которые получили за последние 6 месяцев внутривенно или перорально циклофосфамид. Это пациенты, которые в комбинации с глюкокортикоидами получают базисную терапию, терапию генноинженерными биологическими препаратами, а также малыми молекулами, ингибиторами Янус-киназ. И это пациенты, у которых есть комбинация 2, а может быть даже и более, препаратов иммуносупрессивного действия, которые также имеют другие факторы риска, такие как сопутствующая патология. Соответственно, более низким риском обладают пациенты, у которых стабильное течение ревматологического заболевания на фоне подобранной терапии. И здесь они могут ограничиться самоизоляцией и социальным дистанцированием. И пациенты, которые получают месалазин, гидроксихлорохин, сульфасалазин, либо ингаляционные или ректальные глюкокортикоиды, могут ограничиться социальным дистанцированием. Если у нас есть возможность оценить активность ревмозаболевания у пациента, не было контакта с пациентом, у которого подтверждена коронавирусная инфекция, мы можем оценивать стабильное состояние, либо ревматологическое заболевание активно и требует терапии. В таком случае есть рекомендации у Ассоциации ревматологов России не отменять у этих пациентов гидроксихлорохин. Если нет противопоказаний, назначить этот препарат в схеме терапии, снизить дозу глюкокортикоидов до возможной, которая стабилизирует состояние пациентов, не отменять резко эти дозировки, и есть возможность не отменять нестероидные противовоспалительные препараты, если это низкая доза. Для американской коллегии ревматологов
Здесь более развернуто представлены рекомендации, которые в целом вторят рекомендациям Ассоциации ревматологов России. Необходимо продолжить терапию, на которой достигнута стабилизация состояния, не уменьшать дозы базисных противовоспалительных препаратов, не уменьшать пациенткам с системной красной волчанкой дозу гидроксихлорохина, не отменять препараты ингибитора интерлейкина 6, если на их фоне достигнута стабилизация состояния, и если пациент получает бисфосфонаты, а именно залендроновую кислоту, ее прием отложить до 8 месяцев для введения. Это связано с тем, чтобы мы могли ограничить поступление пациентов в стационар для проведения инфузии. Для рекомендаций NICE в целом мы видим также, что остается базисная терапия и терапия, которая подобрана и стабилизирует пациента. Здесь есть момент по поводу генноинженерных биологических препаратов, о том, что рекомендовано, если есть такая возможность, если есть этот препарат в подкожной форме, перевести пациента с внутривенной на подкожную форму. Продолжить, если идет прием деносумаба, и в по залендроновой кислоте отложить введение до 6 месяцев, если ревматологическое заболевание у нашего пациента активно. По рекомендациям Ассоциации ревматологов России, в этот момент пациент должен обратиться к своему лечащему врачу. Это, наверное, самая важная рекомендация, которая может быть вообще для пациентов ревматологического профиля. При появлении любых симптомов, независимо от того, касаются они обострения ревматологического заболевания или появления симптомов инфекции, первое, что должен сделать пациент, это обратиться к своему лечащему врачу, который знает течение ревматологического заболевания у данного пациента. Тогда мы можем максимально быстро скорректировать терапию и разработать план действий. В рекомендациях Ассоциации ревматологов России конкретных дозировок и что делать в случае активного заболевания пока нет. Но, опять же, это временные рекомендации, и они будут дорабатываться. То, что касается рекомендаций американской коллегии ревматологов, здесь рекомендовано не бояться начинать, заменять или корректировать терапию базисными препаратами и даже инициировать терапию генноинженерными биологическими препаратами, если этого требует активность заболевания. Глюкокортикоиды могут быть назначены в дозах до 10 мг в сутки в пересчете на преднизолон. Также возможно назначение высоких доз, если это состояние, которое протекает с поражением органов, такие как васкулиты или волчаночный нефрит, когда риск высоких доз глюкокортикоидов ниже, чем возможная польза для сохранения жизнеспособной ткани органа. Если мы говорим о рекомендациях NICE, здесь есть такая сноска о том, что выбирая глюкокортикоиды как препарат для снижения активности заболевания у ревматологического пациента, необходимо выбирать метилпреднизолон как наиболее безопасный. Применять его можно внутрисуставно, если есть необходимость купирования обострения в конкретном суставе, или минимально возможные дозы перорально. Рекомендации NICE более полные, и здесь указаны дозы, на которых можно достичь стабилизации состояния, при этом многократно не увеличив риск инфицирования коронавирусной инфекцией. И здесь мы видим, что внутрисуставно можно ввести до 40 мг, внутримышечно до 120 мг. Пульс-терапия может быть проведена пациенту на усмотрение врача. Дозы, как пероральные, так и если пульс-терапия, рассчитываются на вес. И здесь мы смотрим конкретно по течению заболевания, по тому заболеванию, которое есть у пациента. Если мы говорим о ювенильном ревматоидном артрите или ревматоидном артрите у взрослых пациентов, естественно, мы говорим о дозировках 0,5 мг на килограмм, ревматической полимиалгии до 15 мг в сутки. Если мы говорим о васкулитах, конкретно о гигантоклеточном артрите, здесь это доза до 40 мг в сутки. Если мы говорим о других васкулитах с высоким риском органного поражения на фоне активности, мы говорим о дозировках от 0,75 до 1 мг на килограмм в сутки.
Что делать, если нет симптомов, но был контакт с пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией? Эти рекомендации пока существуют только у американской коллегии ревматологов. Здесь они достаточно четкие. Мы можем оставить как наиболее безопасную терапию гидроксихлорохином, сульфасалазином и нестероидными противовоспалительными препаратами, отменить временно базисную противовоспалительную терапию и терапию генноинженерными биологическими препаратами до получения отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или истечения 14 суток без симптомов заболевания, без симптомов инфекции. Нет однозначного решения среди экспертов, следует ли в этом случае, если нет симптомов инфекции, отменять метотрексат или лифлюнамид. Однако решение о продолжении терапии или о ее приостановлении должно быть взвешенным и решаться непосредственно врачом-ревматологом в зависимости от течения ревматологического заболевания у пациента в том числе. Решение о продолжении терапии ингибиторами интерлейкина 6 принимается индивидуально в каждом отдельном случае. Если есть высокая вероятность коронавирусной инфекции или коронавирус подтвержден тестом, Ассоциация ревматологов России рекомендована временно прервать лечение всеми противоревматическими препаратами, к которым относятся как базисная терапия, так и терапия генноинженерными биологическими препаратами и терапия ингибиторами Янус-киназ. Возможно продолжение терапии глюкокортикоидами, гидроксихлорохином, сульфасалазином, и пациент должен незамедлительно обратиться к своему лечащему врачу, к ревматологу. Американской коллегии ревматологов сделаны похожие рекомендации о том, что следует продолжить гидроксихлорохин, однако рекомендуется отменить сульфасалазин, лифлюнамид, метотрексат, то есть базисную терапию, генноинженерные биологические препараты, ингибиторы Янус-киназ. И если есть дыхательная недостаточность у пациента, то необходимо отменить нестероидные противовоспалительные препараты. Что в рекомендациях NICE? Продолжить гидроксихлорохин, сульфасалазин, резко не прекращать прием глюкокортикоидов, временно прекратить метотрексат, лифлюнамид, генноинженерные биологические препараты и ингибиторы Янус-киназ. На этом пока временные рекомендации ограничивают свое влияние. И здесь нам уже есть что обсудить, так как некоторые моменты все-таки не совпадают в тех рекомендациях, которые есть. И, конечно, возможность ознакомиться с ними дает возможности клиническим врачам решить в каждой конкретной ситуации, как поступить, если у пациента есть инфекция, если у пациента есть подтвержденная коронавирусная инфекция или был контакт. Алексей Дмитриевич, вот такие есть рекомендации на данный момент. Все они временные, мы понимаем, что они будут обновляться. Есть вопросы, все же есть вопросы по поводу применения глюкокортикоидов, как их отменять, когда, и как вам кажется, насколько применимы те рекомендации, которые сейчас есть, насколько они актуальны на данный момент для наших пациентов? Спасибо, я с удовольствием послушал. Прям мне понравилось, получилась в голове такая сетка, при каком случае, какие рекомендации, какая группа исследователей дает. И мне кажется, конечно, там отдельные противоречия в них есть. Вот. Ну, скажем, скорее с места, в которых разные эксперты сомневаются. Но в целом, наоборот, мне показалось, что в них прослеживается общая идея, общая логика. Я для себя увидел два основных принципа. То есть, с одной стороны, ну, просьба не перелечивать пациентов, то есть использовать минимально необходимые дозы иммуносупрессивных препаратов, в том числе, поскольку у нас самый широкий диапазон доз и возможных способов использования тестероидов, соответственно, по ним как бы все максимально подробно, где это было расписано. Вот. Ну и плюс снижать, если ослаблять лечение, то безопасно. Потому что, конечно, обострение в текущих обстоятельствах никому не нужно. Вот. И с учетом этих двух принципов, соответственно, уже как бы все принимают дальнейшие решения. В зависимости, я бы сказал, от двух вещей. То есть два принципа я увидел, на основании которых принимается решение по дальнейшей тактике. Это безопасность препарата при наличии вирусной инфекции, насколько он может ухудшать ее течение. И второй вопрос, насколько он может лечить, ну или профилактировать какие-то осложнения, собственно, той же самой вирусной инфекции.
Вот. И получается, как бы в тех местах, допустим, где ну, мы четко понимаем, что препарат иммуносупрессивный достаточно агрессивный, ну, в частности, циклофосфамид, там все исследователи сходятся в одном мнении. Конечно же, в случае там, заражения COVID-19 его необходимо отменять. Вот. А в тех случаях, ну, или в случаях, когда все понятно, что препарат безопасен, ну, в частности, как плаквенил, явно он не усугубит течение, ну, и плюс, возможно, даст какие-то преимущества этих пациентов. Это вопрос спорный, но, тем не менее, все согласны, что его можно оставлять. А вот в промежуточных вариантах, что касается, ну, вот сульфасалазин, как вы сказали, и там антиинтерлейкин-6 препаратов, собственно, возникают какие-то сложности, какие-то места для обсуждения. Вот. Ну, что касается сульфасалазина, как я понимаю, вот эти вот расхождения, это вопрос скорее, насколько этот препарат ну, действительно агрессивный, иммуносупрессивный. То есть мы понимаем, что плаквенил – это достаточно слабый препарат, ну, что метотрексат и флунамид стоят как бы на ступеньку выше, а сульфасалазин попадает где-то вот в промежуточную, по моему ощущению, зону. Вроде бы он все-таки работает мощнее, чем гидроксихлорохин, но при этом явно это препарат не из ряда метотрексата или флунамида. И, соответственно, мне кажется, исходя из этого и возникают разночтения, когда ряд исследователей, ряд специалистов считают, что все-таки стоило бы лучше его убрать. Ну и как, в принципе, в наших стандартных рекомендациях, при инфекциях мы сульфасалазин все-таки стараемся обычно убирать. Ряд экспертов продолжает считать, что в целом препарат не очень агрессивный, поэтому, наверное, можно его продолжать. И что касается интерлейкин-6, для меня антиинтерлейкин-6 препаратов, как я понимаю, это скорее вопрос, насколько они могут улучшить прогноз у пациентов в случае развития каких-то осложнений COVID-19. Вот. И исходя из этого, соответственно, ну, исследователи допускают обсуждение, то есть там же ведь получается нету рекомендации, что продолжаем. То есть никто не говорит, что точно продолжать, как бы самые мягкие. Да-да. Есть одна рекомендация, которая касается именно гигантоклеточного артериита, где в рекомендациях NICE есть сноска о том, что если достигнута стабилизация на ингибиторах интерлейкина 6, то следует продолжить этот препарат. Я скорее согласен с этой позицией и, может быть, добавил бы еще артериита Каясу, ну вот, по ощущениям, потому что вот по аналогии при васкулитах крупных сосудов антиинтерлейкин-6 препараты являются, ну, могут являться в терапии основными, которые удерживают пациента от обострения. В случае их отмены мы можем получить гораздо ну, худшие перспективы, чем при их продолжении. Поэтому, конечно, действительно, мы должны рассматривать и потенциальную пользу, и потенциальный вред от отмены. То есть если обострится ревматоидный артрит глобально, если думать по самому пессимистичному сценарию, то ну, клиническое ухудшение возможно, но какие-то жизнеугрожающие состояния вряд ли разобьются. Все-таки это болезнь, преимущественно поражающая суставы. Если же мы говорим про системные болезни, ну, вот в частности, как вот более важные для использования антиинтерлейкин-6 препаратов васкулиты с поражением крупных сосудов, то, конечно, там их отмена может сопровождаться уже какими-то более серьезными рисками. Поэтому очень здорово, что вот предпринимаются шаги не только по описанию препаратов, но и как бы сужению показаний по каждому препарату. Алексей Дмитриевич, еще один момент о том, что наши пациенты ревматологические, если они уже получают иммуносупрессивную терапию, особенно глюкокортикоиды, может меняться картина инфекции. И действительно, у этих пациентов мы не видим такой высоты лихорадки, если это глюкокортикоидами стабилизированное состояние. И если особенно они получают ингибиторы интерлейкина 6, то здесь мы можем не увидеть и острофазовые показатели. Можете прокомментировать вот этот момент? Да, в принципе, я даже не очень вижу, что здесь комментировать, потому что вы все абсолютно правильно сказали. Эта ситуация, она отражена и в последних российских методических рекомендациях, вот, в том числе рекомендациях Ассоциации ревматологов России. Правда, ситуация более сложная, но как с ней быть, не очень понятно, потому что если у пациента есть стероиды, как правило, они назначены ну, по каким-то весомым причинам. Вот. Явно это не тот препарат, который мы просто можем взять и убрать. Ну, тоже часто может относиться и к антиинтерлейкин-6 препаратам, особенно когда мы говорим про васкулиты. Вот. Поэтому двойное внимание, контроль, может быть, раньше выполнять компьютерную томографию. Здесь могут быть только какие-то предположения, идеи и понимание того, что, правда, ситуация требует двойных усилий от клиницистов, которые сталкиваются с ней.
Ну, здесь мы можем сказать о том, что ревматологическое сообщество не просто так сделали вот этот проект рекомендаций, и мы открыты к взаимодействию с врачами, которые сейчас работают с нашими пациентами, если установлена коронавирусная инфекция, если любая другая инфекция появляется у наших пациентов. Мы также, как и всегда, открыты к взаимодействию. У меня в целом каких-то больше комментариев нет. Я гляжу достаточно с большим энтузиазмом вперед, потому что явно эти рекомендации будут обновляться еженедельно, раз в две недели. Ситуация очень динамически изменяется. И правда, в целом это прекрасно, что у нас есть уже какая-то структура, какой-то каркас, на который мы можем опираться хотя бы по принципам лечения, по принципам отмены препарата и так далее. Вот. Но явно слишком, не слишком, но правда еще достаточно много мест, которые требуют прояснения, уточнения. И, к сожалению, только время, только накопленный разными странами, разными врачами опыт сможет прояснить и как-то сделать окончательно, может быть, унифицированными рекомендации по ведению ревматологических пациентов в случае контакта или заболевания COVID-19. И у нас уже есть наш небольшой опыт, мой личный и у Алексея Дмитриевича, я знаю, уже есть опыт ведения ревматологических пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, и мы хотели бы эти случаи сейчас представить. Вы мне говорили, что у вас есть какой-то интересный случай с высыпаниями. Я вот даже видел среди врачей в последнее время распространялся атлас с кожными высыпаниями, которые могут быть при ревматических заболеваниях, поэтому мне вдвойне бы хотелось... С двойным интересом я бы послушал ваш случай. Итак, это пациентка 23 лет, женщина, которая болеет аксиальным спондилоартритом. У пациентки из основной терапии только нестероидные противовоспалительные препараты, и ранее никаких кожных проявлений не было. 23 апреля у нее появляется недомогание, постепенно температура вырастает до 38 градусов, ломота в мышцах, в суставах, боль в горле, и, собственно, на тот момент больше ничего другого не происходит с ней. Пациентка принимает парацетамол с временным положительным эффектом. Высокие цифры температуры сохраняются несколько суток, точнее 4 дня, и к 4-му дню появляются обильные высыпания на туловище, на коже бедер и на руках. Пациентка очень сознательная, она регулярно фотографировала то, что происходит с ее кожей. В этот момент также есть яркая алая гиперемия зева. Ей рекомендовано было сделать тест ПЦР на коронавирусную инфекцию, который позднее пришел положительный, так как занимает несколько дней выполнения анализа. В общем анализе крови обнаружена лимфопения на тот момент, но она относительная, не менее 1500 клеток. И позднее, уже к 10-му дню, высыпания приобретают эритематозно-папулезный вид, так как мы видим справа на изображении. Эти высыпания описаны сейчас при коронавирусной инфекции как эритематозно-папулезная сыпь, напоминающая болезнь Гровера. Она может начинаться с везикулезных высыпаний, которые далее переходят в высыпание эритематозно-папулезного типа на неизмененном фоне остальной кожи. Здесь я должна сказать, что это наш совместный клинический случай, разобранный он был и предположен именно диагноз коронавирусной инфекции благодаря моей работе с дерматологом Анной Большаковой, которая уже на тот момент в дерматологической практике увидела рекомендации по возможным проявлениям именно на коже у пациента с коронавирусной инфекцией. Поэтому вопрос состоял только в том, чтобы мы подтвердили тест и уже знали, что происходит с пациенткой. Длительность заболевания по катаральным симптомам составила не более 7 суток. Специальной какой-то терапии, этиотропной терапии, ну, которая как раз сейчас в целом ее, ну, на данный момент она формируется, никакой пациентка не получала, рекомендации были общими, обильное питье,
Если высокая температура, пациентка получала парацетамол, свою постоянную терапию пациентка не отменяла. И вирусная инфекция саморазрешилась без последствий. Кроме кожных проявлений, на данный момент они выглядят так, как на слайде справа, и мы ожидаем, что постепенно по публикациям это может быть достаточно продолжительный период восстановления кожи, но мы ожидаем, что к второй-третьей неделе после разрешения катаральных симптомов и кожные проявления тоже саморазрешатся. Спасибо большое за клинический случай, очень интересно. Знаете, что мне показалось, что сыпь вот на второй фотографии, она немножко напоминает еще и болезнь стила взрослых. Ну, вот такая популезная. Вот. Ну, я к чему это говорю? Я во второй части буду рассказывать про, собственно, аутовоспалительный компонент осложнений коронавирусной инфекции, и поэтому с этих позиций мне хочется ставить свои 5 копеек по поводу того, что даже вот сыпь издалека немножко кажется похожей. Еще поделюсь своим опытом. Я наблюдал про то, что при коронавирусной инфекции, судя по всему, может быть таким проявлением не только кожная сыпь, но еще и суставной синдром. На уровне спекуляций у обеих пациенток это не было доказано, что они переболели именно коронавирусной инфекции. Но контакты были, риски были. И после некой перенесенной ОРВИ, это было там 2-3 недели назад, развился симметричный полиартрит мелких суставов, который, в принципе, достаточно быстро купировался самостоятельно. Я не буду утверждать, что эта причина была именно в коронавирусной инфекции, это не доказано. Но, во всяком случае, при обследовании никаких признаков других артритов мы не нашли, и с течением времени артрит разрешился самостоятельно. То есть, судя по всему, это была какая-то реактивная артропатия, ну и, в принципе, которая теоретически может существовать и при COVID-19. Спасибо, Алексей Дмитриевич, за ваш комментарий. Но я знаю, что у вас есть тоже ваши клинические случаи, да, ваш опыт. Давайте перейдем к нему. Многих интересует, почему именно препараты ревматологического профиля стали такими известными и применимыми в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. И, конечно, здесь, как ревматологи, мы не можем не обратить на это внимание. Алексей Дмитриевич, вам слово. Спасибо. Уважаемые зрители, я действительно обращусь к теме коронавирусной инфекции только с некоторой другой стороны. Но в целом речь пойдет о тех же вопросах использования ревматологических препаратов при данной инфекции. Правда, как оказалось, иммуносупрессивное лечение нужно и в данном случае. Хорошо известно, что существуют разные виды лечения. Не буду касаться лечения этиотропного и симптоматического. О противовирусной и поддерживающей терапии лучше расскажут соответствующие специалисты. Далее Александровна уже рассказала про лечение сопутствующих заболеваний, то есть как лечить больного с ревматическими болезнями, если у него развилась COVID-19 инфекция. Я коснусь вопросов патогенетической терапии, терапии, направленной на прерывание механизмов развития осложнений. Как оказалось, используются те же самые препараты, что и в ревматологии, ну, во многом. Вообще, когда появились первые сообщения о том, что при лечении COVID-19 может использоваться тоцилизумаб, это было для меня крайне удивительно. Казалось, что как подавляющий иммунитет терапия может помочь при лечении вируса. Но это было в самом начале, когда еще не было понимания механизмов развития осложнений, а теперь оно есть. Конечно, непосредственно на вирус наш препарат не действует. Но в случае развития осложнений, которые бывают, конечно, реже, но являются потенциально смертельными состояниями, они вполне могут помочь. В нашем случае принципиально важными являются острый респираторный дистресс-синдром, дальше я буду сокращать до ОРДС, и синдром высвобождения цитокинов, так называемый цитокиновый шторм. По определению из последних методических рекомендаций, в основе развития этих двух связанных процессов лежит гиперактивация иммунной системы, и нашей задачей является усмирение ее. Иммунная система, излишне возбудившись, начинает разрушать собственные ткани, если говорить совсем простым языком.
уже накоплены некоторые данные о цитокиновом профиле при развитии осложнений коронавирусной инфекции. Я хочу отдельно обратить внимание на роль интерлейкина-6 в данном случае. Это потребуется для понимания процессов лечения. И что удивительно, оказалось, что цитокиновый профиль в случае гиперактивации иммунной системы очень близок к таковому при аутовоспалительных заболеваниях. В целом, концепция аутовоспалительных заболеваний она достаточно новая, связана с гиперактивацией первичного врожденного иммунитета и проявляется выраженным системным воспалением без образования антител. К типичным аутовоспалительным заболеваниям относятся наследственные периодические лихорадки, они третьи в списке. Из них самая известная – это периодическая болезнь или средиземноморская семейная лихорадка. Как ни удивительно, давно всем известная подагра в соответствии с последним пониманием развития аутовоспалительных болезней является именно таковой. Ну и болезнь стила взрослых. Конечно, много еще других болезней, но вот среди основных данные. Я решил сравнить препараты, которые используются при лечении аутовоспалительных заболеваний и препаратов, применяющихся при лечении осложнений COVID-19 инфекции, чтобы, с одной стороны, взглянуть на эти препараты глазами ревматолога, а с другой пытаться поискать новые пути терапии с учетом знаний по аутовоспалительным болезням. Список приведен на слайде. Ключевые препараты я отметил красным цветом. Итак, среди противомалярийных препаратов в ревматологии используется в настоящее время только гидроксихлорохин. Другие аминохинолиновые препараты уже не встречаются в связи с большой токсичностью. Гидроксихлорохин, он же плаквенил, в России также известен как ИМАРТ, согласно рекомендациям должен назначаться всем пациентам системной красной волчанки при отсутствии противопоказаний. Также гидроксихлорохин используется в лечении ревматоидного артрита и некоторых других ревматических болезней. У него нет существенной роли в лечении аутовоспалительных заболеваний. Вероятно, он слишком слабый для этого. В связи с этим его можно продолжать при развитии вирусной инфекции. Также предпринимаются попытки его использования для профилактики тяжелых осложнений COVID-19. Однако в настоящее время данные противоречивы. Обсуждается, что он может мешать репликации вируса, а вот механизм аутоиммунного и противовоспалительного действия ясен также не вполне. У гидроксихлорохина нет существенной роли в лечении аутовоспалительных заболеваний, вероятно, он слишком слабый для этого. Однако в связи с этим его можно продолжать при развитии вирусной инфекции. Также предпринимаются попытки его использования для профилактики тяжелых осложнений COVID-19, однако в настоящее время данные противоречивы. Обсуждают, что он может мешать репликации вируса, механизм аутоиммунного и противовоспалительного действия ясен не вполне. Ингибиторы интерлейкина-6, в свою очередь, используются при лечении ревматоидного артрита, также могут назначаться при артрите Такаясу и гигантоклеточном артрите. Они достаточно интенсивно подавляют иммунный ответ за счет ингибирования рецепторов интерлейкина-6. Показанием является тяжелое и среднетяжелое течение инфекции. Профилактики осложнений не используются. Мнение относительно допустимости продолжения в терапии в случае инфицирования вирусом и развития инфекции расходятся. В большинстве рекомендаций, как сказала Дарья Александровна, рекомендовано их отменить. А в рекомендациях американской коллегии ревматологов допускается обсуждение вопроса о продолжении терапии. Ингибитор JAK киназ используется в первую очередь для лечения ревматоидного артрита и некоторых других. Они обрывают каскад иммунных реакций на внутриклеточном уровне, предотвращая дальнейшее развитие патологической гиперактивации иммунной системы. В последней версии российских рекомендаций указан брицетинип. В настоящее время по нему проводятся 4 исследования. Также потенциально эффективными могут оказаться другие ингибиторы JAK киназ. В настоящее время ожидается старт исследования по тофацетинибу в Италии. Показанием для использования барицетиниба является среднетяжелое течение COVID-19 в качестве дополнительной терапии. В случае развития вирусной инфекции пациенту рекомендовано данные препараты отменить. Глюкокортикоиды исторически были одной из первых эффективных групп препаратов для лечения ревматических болезней, не утратили значения и сейчас. Говорить о пользе и вреде их использования в ревматологии можно бесконечно, везде, где не будет четких указаний в рекомендациях, два специалиста вряд ли придут к одному общему мнению. Еще более запутанная ситуация в контексте осложнений новой вирусной инфекции. Поэтому в данном вопросе я указал российские рекомендации последней версии, но в целом даже в них комментарии достаточно противоречивы.
И, на мой взгляд, самое интересное – это те препараты, эффективность которых мы можем предположить на основании успешного использования при аутовоспалительных заболеваниях. Номер один – это ингибиторы интерлейкина-1. 13 исследований проводятся по анакинре, которые не зарегистрированы в России, и 3 по конокинумабу, которые в России представлены. Надо сказать, что тормозящим фактором может быть цена препаратов, которая достаточно высокая, в отличие от колхицина. Его используют при подагре, периодической болезни, и, что немаловажно, это достаточно дешевый препарат. В настоящее время его эффективность оценивается в 4 исследованиях, и я с нетерпением жду результат. Некоторые коллеги уже рассказали о случаях успешного назначения в клинической практике, но выводы пока делать рано. Отдельный его плюс – это возможное использование его для профилактики тяжелого течения, собственно, как он используется при подагре. Но пока это, скорее, моя спекуляция, не более того. Я попытался объединить все, что рассказал о препаратах, в одну таблицу. Получилось, что у нас практически нет убедительно работающих препаратов для профилактики тяжелого течения инфекции. Немного больше получился арсенал для лечения чрезмерного иммунного ответа, однако информации еще накоплено недостаточно. И часть препаратов, которые используются при аутовоспалительных заболеваниях, представляет потенциальный интерес при лечении тяжелых осложнений вирусной инфекции. На этом обзор препаратов, которые оказались общими для ревматологии и лечения осложнений COVID-19, я закончил. И буду рад, Дарья Александровна, обсудить с вами, какие у вас сомнения, вопросы появились по моим слайдам. Сомнений у меня никаких нет. Я абсолютно с вами солидарна в той информации, которая представлена и в вашем видении профессиональном. Вопросы возникают скорее сейчас у клиницистов, потому что Всемирная организация здравоохранения рекомендует не применять глюкокортикоиды в терапии коронавирусной инфекции. И здесь мы должны отдельно сказать о том, что это, если это ревматологический пациент, особенно если он ранее получал глюкокортикоиды до поступления в стационар, даже у известного американского госпиталя есть специальная карта для таких пациентов, потому что мы рискуем надпочечниковой недостаточностью, кризом, если у этих пациентов резко отменяются глюкокортикоиды. И там есть специально разработанная карта для клиницистов, где заполняется, что этот пациент получает глюкокортикоиды в такой-то дозе, и, возможно, ему нужно будет ввести гидрокортизон, чтобы предупредить криз надпочечниковый, да, и таким образом стабилизировать такого пациента. И мы должны понимать, что такое сопутствующее заболевание, как ревматологическое, оно, конечно же, должно оцениваться отдельно, и здесь вот эта директива Всемирной организации здравоохранения, она не касается пациентов с аутоиммунными ревматологическими заболеваниями. Да, естественно. То есть тут речь, ну, в данной таблице, в данном обсуждении идет исключительно про дополнительное назначение стероидов в качестве терапии тяжелых осложнений. Но ни в коем случае не про тех пациентов, у которых терапия уже есть. Ну, на мой взгляд, это самая сложная ситуация. Ну, и тут надо решать практикующему врачу или консилиуму непосредственно по обстоятельствам. И второй момент, то, что у меня есть опыт введения пациента с коронавирусной инфекцией, с развившейся пневмонией вирусной, у которого основным диагнозом до развития инфекции являлась подагра на низких дозах колхицина. И действительно, мы приняли решение не отменять 0,5 мг колхицина для профилактики развития острого подагрического приступа. И, к сожалению, нам не удалось этого избежать у пациента на фоне вирусной пневмонии, на фоне отмены других препаратов. Все равно развился приступ, который был купирован глюкокортикоидами. Но при этом после разрешения приступа мы оставили низкие дозы колхицина как поддерживающие, профилактирующие дальнейшее обострение возможное. И никаких побочных эффектов это не повлекло и никак не повлияло у пациента на разрешение ситуации с коронавирусной инфекцией. На данный момент никаких последствий нет, пневмонии у пациента нет, он полностью выздоровел.
и мы ждем, когда он вернется под наблюдение уже для коррекции терапии, пока он получает такой профилактический курс колхицина без дополнительного назначения препаратов, снижающих мочевую кислоту. Да, Дарья Александровна, хотела спросить. Я вот специально искал по колхицину информацию вот в текущих рекомендациях и нигде не нашел четкого указания в целом, что делать с этим препаратом в случае инфицирования. Вы встречали какую-то информацию? Действительно, отдельно прием этого препарата не рассматривается ни в одних рекомендациях, которые на данный момент есть. Повторимся, что они временные, и, возможно, это произойдет, и мы увидим какие-то конкретные моменты и по этому препарату тоже. Единственное упоминание в рекомендациях NICE есть в разделе, посвященном глюкокортикоидам, что глюкокортикоиды пациентам с подагрой, с неконтролируемым течением, да, если есть обострение, должны назначаться тем пациентам, которым невозможно по каким-то причинам назначить колхицин либо нестероидные противовоспалительные препараты. То есть если на этой терапии мы не можем удержать воспаление или мы не можем просто назначить колхицин, так как этот препарат обладает и достаточно широким спектром побочных эффектов и выраженным иногда у наших пациентов, есть ограничения и по если у пациента есть почечная недостаточность по скорости клубочковой фильтрации. Поэтому здесь мы можем опираться на эти данные и применять колхицин при необходимости, пока, естественно, в какой-то степени на свой страх и риск, но если мы понимаем, что это ресурс препарата, да, помогает нам избежать обострения либо сдержать его, мы должны этот препарат применять. По крайней мере, четких рекомендаций о том, что мы, необходимо отменить этот препарат, ни в одних существующих гайдлайнах еще нет. Я в целом тоже думаю, что скорее нужно его продолжать. Далее, Александровна, зрители, я предлагаю перейти к следующей части. У меня уже есть несколько наблюдений пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, и мне хочется ими поделиться. Всего 5 пациентов, трое уже переболели, и о них я расскажу. Значит, первая пациентка 29 лет, девушка, которая достаточно давно болеет значительным гранулематозом с полиангитом, также известен как синдром Чорга-Страус. У нее было несколько эпизодов безлекарственной ремиссии, и, собственно, к текущей весне она тоже вышла без препарата. Дальше начинается достаточно запутанная история. С одной стороны, эозинофилы, как показатель активности болезни, стали повышаться несколько раньше начала эпидемии, что может говорить о том, что в целом к весне мы получили обострение непосредственно васкулита. С другой стороны, непосредственно высокие, крайне высокие цифры эозинофилов до 30% с выраженным лейкоцитозом мы получили уже на момент выявления двусторонней пневмонии и положительного мазка на SARS-CoV-2. Пациентка была госпитализирована, и ей проводилась комплексная терапия, поскольку высокая эозинофилия в крови явно свидетельствовала об обострении васкулита, были назначены, возобновлена терапия стероидами, и по поводу профилактики сопутствующих вторичного инфицирования бактериального пациентка получала антибактериальные препараты. И на этом фоне удалось ситуацию стабилизировать. В настоящее время мы уже снижаем дозу гормонов, антибактериальная терапия прекращена, сохраняется клиника лабораторной ремиссии. Все закончилось достаточно благополучно. Ну и повторюсь, я не знаю, точно ли мы можем говорить, что инфекция спровоцировало обострение васкулита или обострение васкулита уже было на момент. Вторая пациентка 31 год перенесла коронавирусную инфекцию еще проще. Что интересно, она была на терапии гидроксихлорохином, но это единственное одно наблюдение, поэтому говорить о том, что он как-то способствовал именно хорошему исходу, достаточно трудно. Вот. Тем не менее, она перенесла ситуацию амбулаторно. У нее была только непродолжительная лихорадка, нарушение вкуса обоняния, положительный мазок. Лечилась амбулаторно, одышки не было, компьютерная томография не выполнялась, и в настоящее время она абсолютно себя нормально чувствует. В целом мы знаем, что большая часть
случаев коронавирусной инфекции протекать благоприятно. И в данной ситуации, когда у нас нет тяжелых сопутствующих заболеваний и агрессивной иммуносупрессивной терапии, в целом вполне вероятно, что это обычное течение болезни. Еще одна пациентка с полимиозитом, 54 года, получала небольшую дозу гормонов меньше 4 мг по метилпреднизолону и терапию метилфеналатным активом. При развитии субфибрилитета с учетом контакта в анамнезе был отменен метилфеналат. На данном слайде указано, что мазок на коронавирусную инфекцию в работе. Это уже не так. Я и сегодня написал, она ответила, что мазок пришел, он положительный. На данный момент у нее сохраняется небольшой субфибрилитет, нарушение обоняния, небольшое покашливание. Она говорит об одышке, но при этом ситуация у нее нормальная, и она продолжает наблюдаться амбулаторно. Продолжает небольшую дозу гормонов и признаков обострения основного заболевания, ну, с моих позиций, это полимиозит, на данный момент нет. Еще один пациент, 61 год, с метаболическим синдромом, с подагрой. Лечение я до конца не знаю. Вот, тем не менее, родственники его наблюдали около недели, 10 дней, предлагали госпитализацию, от которой он отказывался. При компьютерной томографии все-таки была выявлена вторая стадия с учетом длительной лихорадки, которая не купировалась прием антипиретических препаратов. Он был госпитализирован, и при госпитализации выявлено ухудшение. Компьютерная томография уже третья степень, стадия. С-реактивный белок 430 мг в литре. По поводу чего ему был назначен тоцилизумаб, ну вот со дня на день ждем результатов. И последняя пациентка, тоже с хорошим итогом, достаточно давно болела псориатическим спондилоартритом, получала, ну, когда-то в дебюте заболевания нестероидные препараты, затем метотрексат, и в настоящее время она получала комбинацию метотрексата и секукинумаба, на фоне которых у нее сохранялась ремиссия болезни. На протяжении недели у нее отмечался кашель, лихорадка, которая с трудом купировалась, стала появляться одышка, положительный мазок. При компьютерной томографии вторая стадия, при этом продолжалась антибактериальная терапия с учетом сопутствующей иммуносупрессивной терапии. Она была госпитализирована. В целом, в стационаре продолжалось наблюдение, падения сатурации не было, температура продолжалась еще достаточно долго, выписана она была на 12-й день, то есть 20-й день болезни. В настоящее время она дома, у нее все достаточно благополучно. Вот, пожалуй, что это основные клинические наблюдения, ну, которыми я хотел поделиться. И если их в целом объединить, я, наверное, хотел бы поддержать коллег, которые сталкиваются с пациентами, у которых есть ревматические заболевания в анамнезе, и, конечно, пациентов в том, что развитие коронавирусной инфекции – это не катастрофа. Разумеется, это ситуация, сопряженная с более высоким риском, требующая более высокого внимания, дополнительных препаратов, но, тем не менее, ситуация вполне контролируемая, и вот на моей небольшой выборке все-таки говорящая о скорее благоприятном разрешении этих проблем. Уважаемые зрители, коллеги, пациенты, целью этих клинических случаев было продемонстрировать то, что коронавирусная болезнь даже при наличии таких серьезных сопутствующих заболеваний, как ревматологическая, может течь достаточно благоприятно. Конечно, это требует повышенного внимания со стороны врачей, и которые непосредственно участвуют в лечении инфекции, и ревматологов. Но, как показала моя, пусть небольшая, но все-таки выборка, ситуация достаточно часто разрешается благоприятно, чего и всем желаю. Алексей Дмитриевич, спасибо вам за представленные клинические случаи. И здесь будет, наверное, очень важным сказать о том, что есть глобальный альянс сейчас, который собирает данные по ревматологическим пациентам с коронавирусной инфекцией. Он практически всемирный.
Есть отдельно база данных Европейской противоревматической лиги, куда могут подавать российские ревматологи свои клинические случаи. И Россия представлена уже в этой базе данных. И, конечно, чем больше будет зарегистрировано таких случаев, чем больше мы будем о них знать, о тех проявлениях, которые есть у наших пациентов в случае инфицирования, тем более четкими будут рекомендации, которые будут уже не временными, а постоянными в случае развития этой инфекции. Да, это прекрасная инициатива, и в целом я планирую эти случаи тоже разместить, потому что 5 случаев – это, ну, для какой-либо статистики это смешно. Вот. Если таких случаев будет там, 5 тысяч, 50 тысяч, то мы сможем отвечать на вопросы не только по терапии, но и что часто спрашивают пациенты, а насколько это безопасно или небезопасно, какие у меня прогностические шансы. Вот. Поэтому, конечно, базу надо расширять, надо по возможности помогать коллегам и получать более точные рекомендации в перспективе. Спасибо вам большое, что у нас состоялся сегодня такой интересный с вами диалог с клиническими случаями, представленными разнообразными, с разными ревматическими заболеваниями, с разными проявлениями. И я надеюсь, что наша сегодняшняя программа поможет клиницистам, как ревматологам, так и тем, кто сталкивается с ревматологическими пациентами непосредственно в стационарах по работе с коронавирусной инфекцией. Спасибо. Да, спасибо вам. Я присоединяюсь к вашим словам. Желаю всем нам терпения в этот непростой момент, пациентам здоровья, кто заболел, удачного выздоровления и, конечно, сил коллегам, которые сейчас сражаются на переднем краю.